Представляем вашему вниманию электрическую варочную поверхность Monsher MKFC-645. Данная модель идеально подойдет для современной кухни. Варочная поверхность выполнена из прочной и надежной стеклокерамики Шотсеран глубокого черного цвета с окантовкой из нержавеющей стали. Черный цвет идеально сочетается с любой бытовой техникой разной цветовой гаммы и подчеркивает элегантность любого интерьера. На поверхности расположены 4 конфорки различной мощности и диаметра. Это позволит использовать посуду разного объема. 2 стандартные конфорки мощностью по 1200 Вт, еще одна конфорка мощностью 1800 Вт и одна двойная конфорка на 1000 и 2200 Вт. Для того, чтобы разобраться с панелью управления, вам не придется прилагать много усилий. Ведь сенсорное управление интуитивно понятное и простое. Достаточно легкого прикосновения, и панель начнет свою работу. После включения необходимо выбрать нужную конфорку и нажать на клавишу «плюс». Конфорка начнет свою работу с 5 уровня мощности. Если уровень необходимо понизить, нажмите клавишу «минус» и установите необходимый уровень мощности. Для эксплуатации двойной конфорки необходимо сначала выбрать конфорку, затем нажать на клавишу «плюс» и для активации второй зоны нагрева прикоснуться к клавише со специальным символом. Каждая конфорка оборудована индикатором остаточного тепла. Индикатор позволяет контролировать нагрев там, где он необходим, повышает энергоэффективность, а также сообщит о том, что конфорка все еще горячая. За безопасность в работе поверхности отвечает функция «защиты от детей». Данная функция предотвратит случайное включение, выключение прибора, а также изменение установленных настроек. Стеклокерамическая варочная поверхность Monsher MKFC-645 сочетает в себе функциональность и изысканный дизайн. Поверхность Monsher превратит даже длительный процесс приготовления в настоящее удовольствие –